«Служу Отечеству». Эти слова могут сказать герои нашего следующего материала. В Домодедове в честь векового юбилея со дня образования военных комиссариатов чествовали лучших сотрудников структуры. Свою работу они осуществляют на два района – Ленинский и Домодедовский. Слова поздравления в этот день для них прозвучали от руководителей и депутатов муниципальных образований, а также представителей военных организаций и комиссариатов. Дважды в год проходит призыв на военную службу, и от того, как эту работу проведут военные комиссариаты, зависит, как будет укомплектована российская армия. За высокий профессионализм и компетентность в работе сотрудники военного комиссариата были отмечены почетными грамотами глав муниципальных образований, а также военного комиссариата Московской области и памятными знаками. Большое спасибо руководству нашего государства, развернутой работе на местах и самое главное, я хочу сказать, понимание родителей, для какой цели они идут в кадры вооруженных сил. Рассылать повестки, проводить отбор и распределение новобранцев – это далеко не все задачи, которые стоят перед военным комиссариатом. Мобилизационный подготовка, мобилизационный учет людских и транспортных ресурсов, планирование мобилизации на обслуживаемой территории, организация и проведение призыва граждан на военную службу, подготовка молодежи к предстоящей военной службе. В числе сотрудников военного комиссариата города Домодедово и Ленинского района Московской области числится более 50 человек. Немалую роль в работу структуры внесли и женщины. Я все время проработала в военных организациях, и как-то у меня не было таких сложностей. Я очень любила работу свою и всегда относилась к ней с должным уважением. По завершении торжественной части для всех гостей праздника выступил заслуженный артист России, полковник в отставке Юрий Шишкин.